Теперь в Минске можно греться на солнце, по-детски радоваться, делать красивые фотографии, ловить солнечные блики от воды и крутить педали. Уже стартовал сезон катамаранов, и сегодня мы узнаем, сколько же стоит такое водное развлечение и где можно покататься. Мы решили покататься в самом центре города, в Троицком предместье. Двухместный катамаран стоит 18 рублей, четырехместный – 23 рубля, лодочная прогулка – 20 рублей, а прогулка на катере – 30 или 40 за один круг. Нам сразу выдали спасательные жилеты, но имейте в виду, что в залог вы должны оставить любой документ, кроме паспорта, поэтому имейте с собой, может быть, права, ну или же это может быть денежный залог. Получаем вот такую карточку и вместе с ней отправляемся к катамарану. Так, основные правила, за этот мост нельзя кататься, катаемся в сторону Дворца спорта до низкого моста около гостиницы «Беларусь». Угу. На катамаранах нельзя вставать. И наклоняться к воде. Посередине руля у вас для управления лево-право. Отлично. То есть здесь мост, там мост. За границей мостов мы не выезжаем. Все, отлично. И к берегам нельзя подплывать. Угу. Может произойти какая-то экстренная ситуация? Нет, тут спасательный катер. Крутить педали очень тяжело. Вот сейчас мне Диана начинает помогать. И уже легче. Вот мы взяли четырехместный катамаран, одному педали крутить действительно очень сложно. Вдвоем, ой, куда мы плывем? Вдвоем намного легче. Сейчас в Минске работают три прокатных пункта катамаранов. Один из них находится в Троицком предместье, второй возле Дворца спорта и третий в Парке Победы. В скором времени прокат откроется на Комсомольском озере и на Цнянском водохранилище. На самом деле мы уже успокоились, наловчились. Поняли, как управлять этим замечательным катамараном. Крутим уже педали медленно, никуда не спешим, просто наслаждаемся прохладным ветерком на воде. И, кстати, мне кажется, что это очень интересная идея для свидания, например. Очень важно, что катание проходит безопасно. Только что мы видели спасательную лодку «Освод». Она здесь катается, за всем наблюдает. И если кто-то что-то делает не так, то подъезжает и говорит об ошибках. Расскажите мне, чего решили покататься на катамаране? Да просто день хороший, чего нет. Отлично, как вам? Так себе, грязно. Грязно? Да. Как думаете, быстро устанете? Да мы на час всего взяли, вряд ли. Погода классная. Погода классная? Конечно. Как лодка? Плывет пока. Как выбирали, кто будет гребсти? Самого сильного взяли. Ребята, как вам? Отлично. А? Провести время на катамаране в жаркую погоду – это просто отличная идея. Берите своих родных и близких и отправляйтесь прямиком к воде. Ну а с вами были Минск Новости. До новых встреч!